На наш телеканал обратились за помощью родители Москаленко и Егорки. Ребенку нужна операция. Мальчику 2 года и 3 месяца. Год назад врачи ему поставили диагноз – ювенильный респираторный папилломатоз гортани, рецидивирующее течение, оформлена инвалидность. Лечение в Киеве и Симферополе результатов не дало. Операций, проводимых в Украине, хватает на обеспечение дыхания ребенка на 1,5 месяца. Последняя операция была 17 марта 2011 года. Дальнейшее лечение в Украине – это трахеотомия. Обеспечение дыхания через трубку. В Санкт-Петербургской медицинской педиатрической академии имеется опыт лечения таких заболеваний. Уже согласована возможность проведения лечения Егору. На проведение операции в России необходимо собрать 6 тысяч долларов. Деньги для данной семьи очень большие. На их плечах 13 проведенных операций, реабилитация ребенка и воспитание младшего 10-месячного сына. Егор и его родители нуждаются в вашей помощи. Банковский реквизит для перечисления благотворительной помощи на экране.